Насильственные действия совершались в отношении нее, и этот момент был запечатлен. На ее столе ничего лишнего не бывает. Вот и сегодня вещественные доказательства. Их Дарья Харкина готовит для экспертизы. Следователь по особо важным расследует очередное убийство. Голову поправьте, пожалуйста, и покажите, как она била. Это била кто? Оксана? Да, она ее вот так вот сюда, вот так вот, потом сюда, вот так вот. Оно произошло в селе Багаевка, в одном из частных домов. На днях две женщины до смерти забили свою знакомую. Компания выпивала. Время от времени подружки заставляли погибшую приставать к хозяину жилища. В итоге она скончалась от побоев, а мужчину признали потерпевшим. Его заставили участвовать в насильственных действиях. Он сам этого не хотел. Но с учетом того, что присутствовали две гражданки, которые он видел, как они носили телесные повреждения, потерпевшей второй, он испугался, что и к нему может быть применена физическая сила, и ему пришлось подчиниться их требованиям. Когда называют сыщиком, не нравится. Для своих просто следак. Работает уже 7 лет. За это время через ее руки прошло 150 дел. Чаще всего убийства и изнасилования. К каждому случаю разный подход и разные методы. Одно едино. Никаких эмоций. На них Дарья не имеет права. Стараешься абстрагироваться, как бы иногда даже, может быть, в каких-то моментах потерпевшие на нас обижаются, что мы не настолько чутки. Но если мы будем входить в положение потерпевшего настолько глубоко, вот как они, ну, это нереально работать. Мы просто, я не знаю, психика человека просто не выдержит такого. Мужская работа накладывает свой отпечаток. Туфлям Дарья предпочитает берцы. Юбки не носит, косметикой не пользуется. В шкафу только форма. Дома ее ждут маленький сын и муж, тоже следователь. Конечно, дома мужчина, он должен быть главным. В любом случае, я создаю домашний уют. Вот. Это все вот на мне, на моих плечах. Поэтому на работе я следователь, а дома я в первую очередь жена и мама. Свой профессиональный праздник капитан Харкина провела также на работе. Допрашивала подозреваемых в убийстве сельчанок. Их в итоге арестовали. Поговорить с нами еще следак Дарья не успела. Повезла улики к экспертам. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24.